Люди работают, люди хотят что-то получить результат, и независимо от происходящего вокруг, точнее говоря, наоборот, зависимо от происходящего вокруг, приспосабливаются в хорошем смысле слова к этим условиям. Я представитель социального предпринимательства в нашем городе, нас не так много. Это особенный бизнес. Это не просто про деньги, да, про прибыль, это про работу и помощь людям. У меня гончарная студия, мы занимаемся там с людьми разного возраста, с детьми, с взрослыми. Помимо того, что мы обучаем, мы еще дарим людям радость, возможность успокоиться, немножко посмотреть на многие проблемы с другой стороны. А также еще вот особая наша гордость в этом году. У нас прошла первая керамическая выставка в нашем городе учеников и педагогов в нашей студии. Когда открывали нашу кофейню-кондитерскую, хотелось сделать что-то интересное, модное, современное, не похожее на то, что у нас есть уже в городе. За этот год уже очень большое количество семей, которые приходят к нам в выходные на завтраки, постоянных наших гостей, которые очень любят наше заведение. Хотелось бы отметить, что в этом году появляются новые меры государственной поддержки, в том числе софинансирование муниципальных программ. И мы надеемся, что город Дзержинск заявится на этот конкурс и привлечет собственные средства на развитие предпринимательства здесь, в муниципальном образовании.